Детка, один звонок, и мы у тебя. Звони по любому поводу, мы всегда доступны. Да. Только не звони после 10, мы рано ложимся. Я вас так люблю. Помнишь, как мы поехали в магазин? Это был фикс-прайс. Ты до смерти карамели хотела. Спустя 8 месяцев появилась малышка Рэйчел. Простите, ребята, придется забрать. Дайте мне пару дней. Наша дочь ничего не знает. Я все оплачу. Так что, все началось из-за одной ошибки? Я основал медицинскую компанию, и это стало началом конца. Вещи продаете? Нет, Берт, просто наш дом блеванул мебелью. Не обращайте внимания, он нажрался в хлам. Мне нужно больше денег. Ты же просто следишь за моим домом. Ты должен присматривать за его домом. А что дальше? Сдашь его в аренду? Сдать его дом? Я насчет объявления об аренде дома, но никто не открывает дверь. Аванс за полгода. Это же год обучения Рэйчел. Его нам сам Бог послал. А как новый сосед, я по закону обязан сообщить вам, что я грязный извращенец. Не понял? Вот это поворот. Либо возвращайся к себе, либо вали на улицу. Ты не можешь здесь остаться. Мы бомжи. Ребята, у вас большие проблемы. Это я и пытаюсь ему сказать. Влезла в мой дом, получай! Прости, боже, ты что, подстриглась? Вы приехали? Как дорога? Великолепно. Что происходит? Нэнси, ты голая? Ты сдурела, это футболка! Вот бы вспомнить, каково это быть победителем. Это трусы на колготках? Да, двойная утяжка. Хреновые вы мошенники! На землю, живо! Здорово, Фрэнк. А вот и я. Детка, у нас гости! Ты кто? Сантехник. Захлопнулась. Где мои вещи? Что ты сделал с моим шкафом? Теперь это комната для забав. О, да, тут весело.